В течение 3 дней с 17 по 19 сентября в районе прошли выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Госсовета Хаса Республики Адыгея. Жители района достаточно активно выразили свою жизненную позицию. Выборы признаны действительными без каких-либо жалоб. О результатах прошедших выборов нам рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Зарима Гурижева. Добрый день, уважаемые избиратели! Как вы знаете, в единый день голосования прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва и выборы депутатов Государственного Совета Хаса Республики Адыгея 7-го созыва. Выборы в районе признаны действительными и состоявшимися. Явка избирателей была высокая. По итогам голосования депутатам Государственного совета Хаса Республики Адыгея по 4-му избирательному округу в районе выиграл Ашев Мухаммед Джумальдинович, который набрал 7859 голосов избирателей. По 5-му одномандатному избирательному округу по выборам депутатов Государственного совета Хаса Республики Адыгея выборы выиграл Борсов Каплан Русланович, который набрал 7888 избирателей. Хотелось бы от имени территориальной избирательной комиссии поздравить избранных депутатов, пожелать им плодотворной работы. А по выборам депутатов по единому избирательному округу, по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва, результаты подводит Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. По единому округу по выборам депутатов Государственного Совета Хаса Республики Адыгея результаты подводит Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея. Хотелось бы выразить большую благодарность членам участковых избирательных комиссий 22 избирательных участков района, которые работали все 3 дня с нашими избирателями. И выразить огромную благодарность всем избирателям, которые проявили свою активную жизненную позицию и пришли и проголосовали в единый день голосования.